Майни вновь с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция на анимацию по Undertale, которая называется «Секретная концовка Undertale». Погнали смотреть. Не принимайте близко к сердцу данную анимацию, так как это всего лишь видео, автор анимации никого не хотел оскорбить. Окей, похоже, пора заканчивать с этим. Флауи! Я Флауи, цветочек! Цветочек! Ты не сказал. Время показать тебе, что этот маленький цветок может. Почему все персонажи в этой игре такие странные? За что? За что Санс-то? Битва. Ваншотнул? На самом деле ты не человек, не так ли? Нет, ты пустая внутри. Прямо как я. That's a wonderful idea. Это будто... Переведено и озвучено Даби Крабик. Окей, переведено и озвучено Даби Крабик. Сложно что-то сказать, на самом деле. Очень сложно сказать из-за того, что... Это похоже на геноцид-концовку, но это не геноцид-концовка, это очень странная концовка на самом-то деле. Я не знаю, что сказать. Ну, озвучено хорошо, переведено хорошо, анимация вроде бы тоже годнота в плане рисовки там и так далее. Но вот с сюжетом очень-очень странно, поэтому я ничего не могу по этому поводу сказать. Очень сложно что-то по этому поводу сказать. Ввело такое некое недоумение. Окей. Спасибо, Даби Крабик, тебе за озвучку снова. Спасибо тебе за перевод. А вам спасибо за то, что посмотрели со мной это видео. Угу. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте. Почему бы и нет? Ты классный. Всем пока.